Трамп помиловал женщину по просьбе Ким Кардашьян. Афроамериканка Элис Мэри Джонсон была пожизненно осуждена за наркотики. В Белом доме решили, что она заслужила второй шанс своим упорным трудом в тюрьме. Президент США Дональд Трамп помиловал 63-летнюю Элис Мэри Джонсон, пожизненно осужденную за наркотики. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома. Отмечается, что у Джонсон уже есть правнуки. Она отбыла в тюрьме почти 22 года. Госпожа Джонсон взяла на себя ответственность за свои прошлые поступки и на протяжении 2 десятилетий была образцовой заключенной. Несмотря на пожизненный срок, Элис много работала над своей реабилитацией в тюрьме и была ментором для других заключенных, отметили в администрации президента США. При этом подчеркивается, что Белый дом намерен продолжить жесткий курс по борьбе с наркотиками, но верит в то, что люди, заплатившие долг обществу, должны иметь возможность получить второй шанс. Светская львица Ким Кардашьян, отстаивавшая освобождение Джонсон, поблагодарила в Твиттер Трампа и его зятя Джареда Кушнера, который участвовал в переговорах о помиловании. Ранее сообщалось, что Ким Кардашьян лично встретилась с Трампом в Белом доме, чтобы попросить о помиловании Элис Мэри Джонсон. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://teamycorrespondent.net. По материалам сайта newsgro.com.